Разрушительное наводнение в канадской провинции Новая Шотландия. Бедствия вызвали ливни, каких в Атлантической Канаде не видели более 40 лет. За сутки выпало более 25 сантиметров осадков. Обычно столько бывает за 3 месяца. Продолжаются поиски 4 пропавших без вести, среди них 2 детей. Все наши мысли с семьями, которые переживают невероятно трудный момент. И мы будем рядом в это время, а также в трудные дни и недели уборки. Тысячи людей остались без света, а в городе Трура сильно повреждена железная дорога. Рано утром в субботу на севере Новой Шотландии жителям предписали эвакуироваться из-за опасности прорыва дамбы на реке Сен-Круа, но позже распоряжение отозвали. По словам метеорологов, для столицы провинции города Галифакс это самый сильный дождь с 1971 года, когда на регион обрушился ураган Бет. Власти говорят, ущерб будет очень большим.